И всем привет, с вами Батон, и мы, ребята, чё, начинаем играть, ну и продолжаем играть в Орк Воздает вторую часть. Мы остановились, помните, мы играли в первую серию, во вторую часть мы играли, сначала первая серия была у нас, потому что игра такой, нет, нельзя, сначала первую проходи. И мы пока же забросили вторую часть, и перешли первой, и проходили ее. Теперь мы наконец-то переходим ко второй части. И, кстати, ребята, я знаю, что вышел Resident Evil 8, Village, так что мы в нее обязательно поиграем. Только не сейчас. Немножко позже, ребят. Ну, я обещаю, скоро будет. А у нас новое место появилось, и соперник новый, но это мы уже знаем. Этих мы, ребят, знаем. Блин, ребят, так непривычно, когда прошел первую часть, я так все по-другому тут было. А сейчас, смотрите, как тут сложно все. Ну что замыли страж, кстати. А, пассивный режим медленно восстанавливает здоровье вашей стражи. Активно воскрешает павших утром. Подожди, ну это классная вещь. А я вот это уберу. И вот это возьму. Пружинная ловушка, потому что, как я помню, в первой части не было пружинных ловушек, да? Я же ничего не путаю. А что он делает? А, она закидывает. У нас здесь 8 волн. Они даже не заметят, как это сработает. Да, надеюсь, не заметят. Кстати, я смолу хотел поменять на шипы. Ну, ничего страшного. Полетят головушки! Так, ну тут звук я очень тихо сделал, а для вас будет очень громко. Кстати, о, вы сразу пошли? Да, я помню еще. Я помню, как пользоваться этим оружием. Это оружие очень классное. Жалко, что в первой части этого оружия не было. Я пришелся на все 5 черепов. Кстати, ребят, насчет стримов. Я, наверное, скоро научусь делать стримы, потому что я там пытаюсь уже что-то делать, я пытаюсь. И, наверное, скоро у меня что-то получится. А, ну, стража, я здесь одного поставлю, пусть защищает. А звук, знаете, почему я специально сделал? Потому что мне было слышно. Потому что музыка здесь очень громкая, и я специально сделал тише. Тот главный герой у нас орёт. Ночью может обкакаться. Еще так. Ну как думаете, ребята? Чё мы там? А мы сейчас пройдём вторую часть Орк Воздает, потом мы пройдем Resident Evil 8 Village. А что будем дальше играть, я пока что не знаю. Посмотрим. Игр-то много еще, по идее. Давайте! Игр, по идее, ребят, еще много. Вот посоветуйте, какие мне еще игры поснимать. Старые такие, например, можно поиграть. Или такие уже не такие уж про старые, там, которые вышли 2-3 года назад. Кстати, а, не забыл. А мы чё? Я что-то уже не помню, сейчас надо потом пройти, посмотреть, почему он меня замораживает. А, ну там вообще-то откидывает, посмотрите. О, вот это плохо. А чё они меня замораживают-то? Хочу посмотреть, почему они замораживают-то. Сколько тут минут-то вообще? 7? 7. Они меня замороженные. Я не помню, ребят, уже честно, надо потом... Можно потом пересмотреть первую серию, может, что-то сделал. О, элементаль идет из земли. Кстати, в первой части его не было. Это где как новый персонаж, да? Там в первой части его не было. Ну и месиво. Да, блин, опять здесь идут. Не знаю, буду ли я, ребята, арбалетом пользоваться, потому что, ну, мне кажется, я не хочу что-то арбалетом пользоваться. Мне вот это оружие посох камень нравится больше всего, чем арбалет какой-то. Вот честно говоря, в второй части арбалет бесполезен. Не знаю почему, но бесполезен, кажется. Я не играл, но мне кажется, бесполезен. О, череп. А раньше черепы, кстати, не падали. Ну, я имею в виду в первой части. В первой части черепы прям так не падали. Это для ваших мордаш. Ладно.
Надо привыкать теперь ко второй части, я просто пока ничего вообще не понимаю. Мы, наверное, ребят, пройдем еще три уровня здесь. Переход, а потом следующий, не знаю, что будет дальше. Что там дальше будет? Какие уровни? Не бей меня. Ла-ла-ла. О, это у нас прокачанные уже идут. Это у нас средний уровень, да? Смотрите, по идее, это средний уровень, да? Тяжелый есть еще такие, да, прокачанные, да? Я так думаю. Но, честно говоря, давно уже снимал на ПК. Как-то не привычно снимать на ПК сейчас. Я не знаю, что долго не снимал. Все, хоп, это случится нехорошо. У меня вот эти средние могут, наверное, с 6-7 ударов снести. Если не меньше. Мне кажется, не. Наверное, 10 ударов. Или 9. Я не знаю, сейчас скольки надо потом проверить. А, нас полу не хватило, ладно. Накопим. Что там дела, как у них? А, это поможет. Да, давайте, умирайте уже. Вот когда ребят пойдут, уже по 12, по 4, по 10, 14 волн, тогда будет по 2 уровня. Сейчас пока такие по 7, 8, по 9, нет, да. Пока можно играть спокойно. Потому что я видео не хочу затягивать. Не хочу. И вы, наверное, такие не любите уж долгие видео. Бригада атакована! Так что долгие видео это такой себе, если честно. Я вот тоже не люблю долгие видео, но придется вот в Resident Evil 8 придется долгие видео снимать. Наверное, часовые, наверное, даже. Они мне так стоят, да? Да. Можно вообще даже стрим устроить. Попробовать. Никто не пройдет! Нет, пружинки, смотрите, какие классные. Пружинки, ой, опять эти арбалеты. Арбалетики. Прыг, прыг. А в первой части у меня герой главный мог прыгать? Чуть просто не помню. Кажется, он не мог прыгать у меня в первой части. Или мог? Я не помню. А, не, мог. Помню. Он меня мог прыгать. Просто мне так, я так думаю, может, не мог нас прыгать. Ну, было бы как-то странно. Персонаж, который не прыгает. Ну, есть в играх, который не прыгает, он, например, вот. Resident Evil 8, да. Там не умеет его прыгать. А Resident Evil 8, ребят, мы точно 100% поиграем. Потому что... А потому что хочу. Ну, просто хочу. Просто хочу, ребят, поиграть. Ничего обычного. Ничего необычного. Кстати, мне стражник гном дали. И это основной персонаж какой-то, страж, да? Потому что я его в первой части не видел тоже. Вот что это мне за фигня? Все изменилось, ты какие-то привычные. Ну вот, вот они. А, стрела, уровень 2 из 3. О, у меня это выбрано. Стрелки иногда. А, вот чё. А почему я охлаждение выбрал? Мне кажется, лучше все-таки пусть огненные будут. А, это я, наверное, так и оставлю, да? Все на меня, да? А, страж. Ну, паладин иногда оглушает. Пусть восстанавливает и прокачает. А, ну гном, я не знаю, 90, 900, думаю. Врагу бомбами. Не знаю, это нужно брать или не нужно, или это фигня полная. Посмотрим, широкие долины. 8 волн, ну, можно еще поиграть, кстати. А, новые враги. А, этих мы видели. Это почти где-то в конце даже у нас появились уже только. Прекрасно выглядишь.
продолжать. Да я все сказал. Короче, я убрал пружин, потому что тут некуда их выкидывать, если честно. Так, ну что у нас тут? Может прямо здесь их поставить? Пусть сражаются прямо около портала. Как насчет пощекотать пальчики? А, здесь только иду. Давай. Я уже готов просто лить. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я на правда здесь стражника оставлю. Вот с ним тут стоять, может так даже быстрее пройдем. Этот уровень. Всего лишь 8 волн, мне кажется, следующий будет 9 волн, потом следующий 10, 11 и 12, потом так будет 12, 12, 12. Это хорош минимум. Вот, правда, восстанавливает. Кстати, я бы взял, знаете что, меч бы взял, купил бы меч, потому что меч классная вещь. Вы же помните тот меч, который я использовал в первой части? Надеюсь, да. Это будет весело. А где посадить здесь? Я еще не о! Нафиг ты подошел. Вот тут арбалеты идут. О! А что за пулка-то? Вот с этим я даже соглашусь. Добро пожаловать в Кровенбург! В нём живут вот эти ребята! Да ё-моё, умрите вы уже. Я вижу арбалет, если честно. Бесит. Они даже не атакуют, по идее, вообще. Они тупо стреляют и идут дальше. Мне, кстати, один пропустили. Я думаю, что-то не заканчиваю. Одного пропустили. Орк, сюда! Полетят, головушки! Так, живы еще? Живы. Но они 5 этаж восстанавливают. Ничего страшного, если они урон получат. Видите, они уже восстанавливают по ним. По чуть-чуть. По чуть-чуть восстанавливают. Вот, видите, огненный стреляет. Вот это получит, могут чем охлаждение какое-то. Просто уже холод надоел, если честно. Да если холодно. Пусть огонь будет теплота. А то на улице все время холодно, холодно, дождливо, холодно, дождливо, холодно. Орки, кто хочет поживиться? А то все время на улице жарко, холодно, дождь, холодно, дождь, холодно, дождь. Надоел уже. Вот. Кому тоже надоел, поставьте лайк. Потому что мне кажется, всем уже надоело это. Холодно, да, холодно, да. Ё-моё, всё? Фу, блядь, если честно, палец устает, когда вот так стреляет. Я вот, честно говоря, правда, палец устал уже. Не знаю почему, это из-за того, что я долго уже не тренировал. А потом тренировали палец. Сейчас, пусть они убивают мне. Рука отдохнет. О, нет, не отдохнет. Еще? В смысле? Вы офигели? У вас у них в этот целый куча, смотрите. Какие стражники во второй части тащат? Вытирайте ноги! Не, стражники во второй части еще мощнее намного. Мне больше стражники во второй части пока что нравятся. Первые они были такие себе, честно. Ну как сказать, они были. Их было? А, какая разница? Я даже не знаю, как сказать. Слабый, но вот так могу сказать, есть тут. Потому что, ну, их убивали легко. Там три орка, три вот этих обычных орка могут половину ему снести, а тут это даже здоровенный может ему снести половину.
ты! Наверное, это какой-то рекорд. Все, конец вам. Ну, не перемешать. И, конечно, порезать. Пусть вот так вот будет. Ну и вот так вот. Эй, смотри, тут обслуживание номера. Ой, мелкие. Один, два, пять. Не, мелких не, я не люблю. Давно их, кстати, не видел. Не, но в первой части они не так уж прям бесили, если честно. Мало бесили они меня, если честно. В первой части. Бегают, так бегают, что такого? Что могу сказать? Бегают, так бегают. И бегают дальше. Здесь я не знаю, могут, может быть, здесь, может, игра про вторую часть я думал, потому что во второй части, мне кажется, будет бесить, наверное, побольше. В первой части просто бегают, и все. Там некуда даже бежать по идее. Бегают, я бегаю. Ай. Да! Это их притормози. Отойди в сторонку, юнец. Мне, да, кажется, они в этой части будут бесить. Ну там они не бесили. Если они бы бесили, тогда я бомбил бы. А бомблю я хорошо. Блин, даже эти взрывчатые даже не могут даже убить Тейл Паладина-то. Вы что, настолько крепкие тут? Видите, они крепкие орешки. Ой, идут. Так, все? А нет, еще не все. Закончилась бы волна тогда. Но она не закончилась. А, что это тут стоит? Ай, ля, ладно, вы что-то как-то вас много тебе. Добро пожаловать в Кровенбург! Я живу с вот эти ребята! А Сань? Ай. Ну что? Больно. У вас много. Все? Так это и бывает. Легко и просто, ребят. Просто зажали их тут. В одной стороне убивали, да и все. Нет, 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 нет. Мы здесь вкладим в правле. Ой! А что тут делаешь-то? О, в смысле? А что померли-то? А что у меня помер на один? О! Живи, радуйся жизни. Взял, помер. Еще рано умирать-то. Ё-моё. Неожиданно с этим было вообще. Очень прям неожиданно. Неожиданность так неожиданность. А, он, кстати, перезаряжается, то у меня еще эти суперсилы-то. В смысле они перезаряжаются? Я думаю, я бесконечно могу использовать. Все, победа. Да. У меня, оказывается, они перезаряжаются еще. Спасибо, блин. На 5 череп прошел, кстати. Я, кстати, чуть не помер. Хотя бы не на 5 бы прошел, кстати, баррикады. Классная штука, я его 100% возьму. Это очень офигенная штука. А, че, клинком заклинать, да, дальше? Я, знаешь, знаете, что вот так делаю? Сколько? 800. А сколько там? 600, да? То есть прокачать будет 800 быстрее. А,
Баррикада стоит вскоре получает повреждение. Подожди, ну это хороша и это хороша. Не знаю, Шок игра, подскажи, какую все-таки лучше выбрать, потому что я не знаю. Я если честно, возьму, наверное, вот эту. Вот эту возьму, пусть восстанавливает. А ты мне посоветуй, какую все-таки взять мне. Эту или эту потом. Потому что я не знаю. Ну, я не знаю. Они две хорошие, за серую взял бы, кстати. Что-то у нас еще то автобаллисту, кстати, бы взял, потому что она классная штука. А что еще-то можно взять здесь? Я бы, наверное, взял... А, все, ничего больше не взял. Вот это я бы точно в жизни не взял. А, в смысле, это что такое? Уровень обрыв. Уровень обрыв. На обрыв дают. Но я не могу взять, да? Не. Ну, это значит, надо проходить уровень, видите, уровень обрыв. Тогда будем проходить уровень, вон, кстати, боевой посох. Это посох? Нет, это меч. Это меч. Для меня это меч. Это не посох. Посох, вот он. Это меч. Умолк, но, кстати, я бы взял, если честно. Вот это я бы 100% взял. Ну и все. Давайте продолжим. Чё мы тут сидим-то? А вот и орки, вперед! А тебе это нравится? Да тебе тоже? Ну, да. Ну, да. О, вот это, кстати, не видели. Вот этого мы не видели. Мы только огненных видели, ледяных и таких маленьких. А вот этого не видели ни разу. Ядовитый нетогорь. Летающий враг, наносящий урон ядом и уничтожен напольные ловушки, да? Значит, дротик умёт. А, шутка. Шутка, шутка, прав. Не шутка. Какие у нас там враги-то? Все, что ли? Вся толпа? Вся толпа, конечно. Как без толпы-то? О, здравствуйте, лучники. А тогда зачем я взял это? А, кстати, насчет баррикад. Что-то можно сделать. Ну, я бы, наверное, так сделал. Замечательно. Кстати, они по-любому здесь еще по-любому. По-любому здесь еще будут идти, да? Я тогда здесь еще плюсу закрою. Ну все, по идее, только одна сторона у них становится. И 9 волн. Са, пройдем, ребят, по-быстренькому. И, если честно, ребят, вторая часть намного красивее, можно сказать. Я вот жду нестерпением уже третью часть. Кстати, Шок игра третья часть скоро выходит. Она, по идее, есть, только в некоторых странах доступна. В нашей стране нету. Так что Шок игра может потом поиграть в третью часть. Или у меня на видео посмотреть. Я не знаю, есть у тебя вообще компьютер? Ну, по идее, даже должен быть, хоть слабенький. Потому что мы играем не так уж прям требовательные. Я что-то со сторон лезите. Пошли в жопу. А? Сейчас. Замахнулся он тут. А с вами стал первым волна. Отошел. А, я бы, наверное, поставил бы паладина здесь. Пусть стоит. Полетят, головушки. О! Ну да, согласен. Как будто у меня ледяных огненных было мало. И маленьких огненных, кстати. Блин, а что-то как-то неудобно. Я сверху сражаюсь еще плюс. А у меня снизу там толпа идет. Летающая еще плюс. Да. Я тут, а? Слишком сложно как-то. Очень сложно. Очень прям очень-очень-очень сложно. Кстати, а какой следующий уровень будет? Но, если честно, как-то уже надоело в пещерах сидеть. Пещера классная, если честно, да, я согласен, но... скучно как-то в пещере. Хочу как-то в другом месте посидеть. Но не в пещере, это скучно как-то.
Хватит мне пить-то. Все. Все, все. Точно этой штукой. Вот так. Начинается. Достаточно. И достаточно. И прокачка здесь очень дорого стоит. Очень, правда, дорого. В первую часть поменьше она стоила. Ладно, копишь свои 16 черепов и все. А тут по 5, потом по 3, по 6. Что там, значит, там третий уровень будет прокачивать, 12-17 будет, блядь. Да что, чё? О, мелкий. Ну-ка, кыш. Интересно, а что, если я прыгну к ним? Я же могу допрыгнуть? Нет, я не могу. Лучше отойти. Как бы ядом не пульнули. Я отошел, орбиты по... завтракал и продолжаем. Как что, когда я не скажут? Снимаю видео, ем. Всегда что-то. Ну, правда, снимаю, ем. Снимаю, ем. Отойди в сторонку, юнит. Да, ребят. А то скажите, почему ты завтракаешь? Во-первых. Потому что, ребята, я снимаю это видео утром, а выйдет в обед. Хорошо, если много будет всех, так удобнее будет сидеть там, баррикады работают. Семь раз отверь, один отрежь. Мне будет приятно изуродовать вас. Сейчас надо повысить уровень этой игры, сейчас будет много дел. Я сейчас плюс еще снял два видео, у нас прям сразу. Да, просто сразу, ребят, снял два видео, но это на андроиде. Одно видео, топ-20 видео на одном канале. И сюжетик, ребят, сюжетик, который уже месяц назад тоже был. У нас уже выходил еще сюжетик месяца назад уже. Сюжетик у меня, ребят, уже выходит каждый месяц, да. Надо это поменять как-то, да. Согласны? Я, наверное, поменяю как-то уже, потому что, ну, долго же сюжет тоже, по идее. И, по идее, еще со мной что-то не смотрят. И, наверное, за это есть, но его редко. Но если наберете 100 просмотров на том сюжете, то я не буду по, хотя бы по 2 недели снимать сюжет-то. Если не берете, то так и будете ждать по месяцу каждый. Нет, тут плеваться уже. То так и будете ждать каждый месяц. Если уже нет, то потом пойдет. Как же я устал. Пальцы устал. Нажимаю. Есть какой-то автовыстрел есть какой-то тут? Я устал, нужно нажимать, кликать. Ай. Офигели стрелять по 50 раз. А я по 50 раз за то, что мне постреляли. Приступим. Блин, только, ребят, пятая волна. Я уже думал, шестая, седьмая, в пятой только. Сейчас мы с ребят доиграем, а потом я пойду делами заниматься, потом я, наверное, продолжу что-то еще сниму. У меня там, кстати, реакция будет потом. Ну, реакция на этом канале, потому что там сюжет по ФНАФу вышел, да, надо снять реакцию. Три серии, там уже даже их 5. Понимаете, опять я уже пропустил. Я же пойду скоро уже потом еще раз сниму. Вот это кыш просто. Это кыш. Ты кыш, пролезть сюда. Кыш. Быстрее бы амулет введено, если честно. Когда амулеты летят, надеется, мне интересно. Просто уже надоели меня эти летающие. Все. Так, погибли. Да, я согласен. Раньше это была голова орка. Ну-ка, кыш.
что вы ко мне пристали, типа? Если мочишь всех сразу, это веселее. Да? Стоит им туда попасть, мигом там захлопнут пасть. Орков следует нарезать. Классный стишок, если честно. Ой, 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 блядь, мне там тянуться-то, я устал там уже. Мне ж потом еще раз где-то ее 8 потом снимать. Нет, по часу. Это ты сказал не отдыхать? Что? Я тут вообще-то главный, я хочу когда командую. Видите, тут лучше покомандовал, но и сказал не отдыхать. Ой. Это последний, я думаю, это последний там, о, череп опять. Ой, я не тут нажал. Уморите, полез, чё такие жирные, ё-моё. Чё-то меня ревёт, это гос начинает хрипнуть. Я не знаю, почему хрипнуть, он начинает. Но я как-то хрипнул. Хрипнул стал под меня. Надо, правда, ребята, по-быстрому закончить, что-то у меня с голосом. Это... Я даже чувствую, что-то хрип какой-то у меня. Ну, еще разок! Это будет весело! Или просто поменьше разговаривать. Блин, я бы здесь поставил бы сейчас. Даже надоели уже, летают. Потанцуем! Блин, а... Там какие дротики ядовитые же, по идее. Дротики всегда ядовитые бывает, так что, наверное, насрать вообще на этот ядовитый будет. Ну хоть что-то нанесет тогда хотя бы. Интересно, а в этой части есть какой-то босс хотя бы? Первый не было босса. Там просто, ну, типа босс был. Типа босс это целая армада огров разных. Было. Но я все-таки выиграл тут раз, помните, ребят, там мало пищи, я чуть не просрал. Шок игра даже не писал, как я прошел вообще. Мне вот даже интересно, как ты прошел так? Я так еле-еле прошел, я хотя бы с первого раза тут прошел. Я все уровни там первый раз прошел. Ну, все это нормально, не встану, ну, что нормально. Нет. Ой-ой-ой, ну куда? Так, погибли, да? Ловушки, это так весело! Я готов! Там три штучки хватит, по идее, да? Восьмая волна, еще две волны, ребят, осталось. И мы пройдем уровень. А следующие три уровня, в следующей серии пройдем. Или два уровня, не знаю, что пойдет. Сейчас девятка, где следующая 10 уровней будет, а потом. А потом не знаю. Потом по 12. Так. Блин, здесь-то ничего нету. Кыш от меня отсюда. Идите сюда летите. Я вам разрешаю там теперь летать. Сюда нельзя больше. Блин, почему нет баррикад таких, это, воздушных? Я бы воздушный баррикад бы вообще наставил бы, как хорошо было. Они как бы перелетели. Кстати, блин, я такую идею дал разработчику сделать летающие баррикады. Потому что, ну, по идее, можно контрить этих... А, летающих, потому что их, по идее, нечего контрить где. Только на эти верхние оружие, ой, ловушки верхние, и лучниками, и больше всего. Ну и с собой можно контрить. Ну а так я такую идею подал, чтобы они сделали баррикаду воздушную. Потому что это такая классная вещь была бы. Блин, я другой даже приду. Так подумал, офигеть, как бы это выглядело. Вот это было очень классно было. Вытирайте ноги! Не знаю, почему они не придумали. Было бы очень классно, кстати. Начинается!
Не знаю, почему такие. Может, здесь она, сути, есть. Я не смотрел полностью там. А может, и нету. Мы сейчас пройдем будем сказать, где эта волна последняя осталась. По-быстренькому. Бьем тут всех. Ой, ребят, доели мне эти летающие, мне даже... Рука устала кликать. А потом, ребят, кликер скачать и тренировать руку свою. Интересно, как это вот... Сейчас я снимал бы 40 минут, я не знаю, сколько видео идет, мне кажется, уже 40 минут, я когда начал снимать вообще. Сейчас 10 часов, да, почти 10, да. Но видео выйдет... Фу, час где-то. Примерно час где-то видео. Как он-то пролетели-то, я не понимаю. Ой, арбалетчики идут еще, я давно их тоже видел. Что вообще в этом уровне первые волны прошли, да и все исчезли куда-то. Может, просто их убивало. Я их не видел. Я их только в первой волне видел, и да и все. Они дальше исчезли. Или первый, или третий был. Я не помню. Так. Два, три. В смысле три? Пустите. Да в смысле три еще? Это по идее как три огры сейчас убиваю. А из как огры по идее? По мощности. Или нет? Они ж по мощности как огры? Но мне кажется, нет, они не как огры. Я так думаю. Блять, какой окры по мощности. Насколько 5 черепов прошел ей? Отлично, отлично. Бесконечный режим, кстати, открыл. Окей, тут бесконечный режим есть, да ладно. Да я не знаю, насколько я тут пройду бесконечный режим. 100% беру. Гроза, холодильник. Не, ну это бесполезно. Я грозу не использую, я лучше тут буду все прокачивать, вот это тоже бесполезно. Я грозу не использую, я только стреляю и все. Все, сейчас посмотрим, что там за... А, обрыв, кстати, нам, кстати, вот эту каменную штуку дают, которую можно скидывать. То есть, вернуться в старую крепость Ордена? Пока что в нашем распоряжении только новые порталы. Чтобы найти источник, нужно попасть в мертвый мир Орден. Минуточку, что за дела? Чего вдруг злодейка превратилась в сексапильную напарницу? Твоя сила уже сравнялась с моей? Ну же, смельчак. Сама такая. Нет, стой. Я что-то не то сказал. Ладно. Огар, ребят. Как раз про него и говорили. В обрыве огар. Ну, блин, да, он как, по идее, выглядит пещерный. Интересно, есть пещерный огар? Что когда тут огры все те же остались? Или какой-то новый добавился огр? Мне просто интересно. Есть какие-то тут новые огры? Если есть, то скажешь. Но если тут одни и те же остались, то тогда, ну, пусть будут одни и те же. А мы время будет заканчивать. Уже мы сидим, наверное, 40 минут точно. Или 30, я не знаю, примерно сколько. Все. Будем заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. И увидимся в следующей, ребят, серии. Завтра вы видосик ждите еще один. И не знаю, по какой игре, наверное, снова Power Quest второй части. Посмотрим. А я буду ее заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Я уже на второй раз попрощался. Всем пока.